Всем привет! Сегодня мы приготовим весьма пикантную, очень ароматную, вкусную и сытную яичницу-глазунью с солеными огурцами. Для ее приготовления нам понадобятся яйца, соленые огурцы, именно соленые, не маринованные, копченая грудинка или сало, соль, черный молотый перец, репчатый лук и зеленый лук для подачи блюда. Приготовить такую яичницу очень легко. Ее приготовление мы начнем с подготовки всех продуктов. Для начала сало или грудинку нарезаем тонкой соломкой. Репчатый лук нарезаем тонкой соломкой или кубиками, как вам больше нравится. Миленько нарезаем зеленый лук. Огурцы трем на крупной терке. Отжимаем с них сок. Сок выливаем, нам он не понадобится. Яйца разделяем на белок и желток. Все продукты подготовили, можно приступать к приготовлению яичницы. Сковороду ставим на плиту, включаем огонь. На холодную сковороду выкладываем грудинку или сало и подождем, пока из них начнет вытапливаться жир и грудинка начнет подрумяниваться. Когда из грудинки вытопится достаточное количество жира и грудинка начнет подрумяниваться, отправляем в грудинке лук и немного его обжариваем. Как только лук начнет золотиться, отправляем в сковороду соленые огурцы. Слегка их посыпаем черным молотым перцем и немножечко обжариваем все вместе. Примерно через пару минут, когда огурцы начнут поджариваться, убавляем немного огонь, выливаем сверху на получившуюся подложку белки и подождем, пока белочки прихватятся. Можно сделать небольшие углубления для того, чтобы затем вылить сюда желточки. Когда белки будут почти полностью готовы, выкладываем желточки. Желтки присаливаем. Выключаем огонь и подождем, пока яичница дойдет до готовности. Белок должен полностью свернуться. Когда белок полностью приготовится, посыпаем яичницу зеленым луком. Она готова. С пылу жару можно подавать яичницу к столу. Я надеюсь, что вам понравится яичница, приготовленная по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!